Слетай давай. Всех приветствую на канале Мир глазами охотника. Вот такая погодка у нас. Второй первый снег. Ну, все бы было бы хорошо, но он до сих пор немножко падает. Где-то в 7:30 я проснулся. И прям еще мело-мело. Ну и до сих пор, короче, метет. Следы можно разобрать, но сложновато. Вот это вот козы походили ночные. Ну, козы понятно, видно хорошо. Я думаю, что основная масса зайца ночью не поднималась. Он где-то, наверное, лежал. Вообще всю неделю у нас уже больше недели дожди идут. Это вот первые твердые осадки как бы за 2 недели. Погода дрянь вообще, капец. Вот 28 декабря, преддверие Нового года. Сегодня у меня 2 собаки. Пыжик, Чива, 2 яктерьера, все. Мамка и сыночек. Так что надо искать след, пока их окончательно не позаметало нафиг. Все, охотимся. Вот там в конце поля куст такой нормальный по размеру. И был я на рыбалке, видел, что здесь что зайцы бегают. Ну или заяц, не знаю. Ну и стоит проверить, сейчас сюда зайти. Все равно как бы в этой стороне. Тут ему, ну, есть куда деваться, но вообще пространство для маневра маленькое. Либо уходить на болото, либо ложиться вот тут сразу в кусту этом. Ну, сейчас куст проверим. Потому что у нас вот, ну, тепло, канавы не замерзшие. Когда канавы замерзшие, весь валит на болото. Я уже говорил много раз. Тяжело уже на поле его где-то найти. А сейчас пока можно искать. Да, хреново, конечно, что снег. Чтоб снег кончился где-нибудь часа в 7-8. Было бы вообще супер. А так он идет, идет и до сих пор вот. Вот услышал, что Пыжик голос отдал по бобру. Ну, где-то там по норе. Я забрал, правда, его, но вот уже, по крайней мере, он не мой точно. Это очень радует. Потому что не моя собака, она, конечно, в хозяйстве слабо, мало пользы приносит. Собака должна отдавать голос. Хотя бы по зрячему. Вот этот куст, вот этот куст. Есть тут заяц или нет? Хотя, может, косу выгоним. Тоже интересно посмотреть на кос. О, косуля, я говорил, что косуля будет. О, косуля пошла. О. Еще одна, походу. Чива косулю поднял. Ну, вычислила сразу. Одна выскочила сюда. А походу еще пошли туда дальше. Одна сюда скаканула. Ну, пыш тоже работает. Пыжа тоже голос слышно. Хорошо, собаки пускай поработают. Это им на пользу, особенно малому. Так, ну вон вижу следы косуль. Вот они. Следы косуль. Вот тут их было вообще много, я смотрю. Следов тьма. Ну вот, считай, первая такая работа прям полноправная у пыжа, которую я видел. Слышал, что он работает. Всю зимку. Да, козы, конечно, у нас мешают охотиться на зайца. Собаки до сих пор работают. Далеко уже, капец, ушли. Вдвоем друг друга подначивают. А что вдвоем работать веселее?
Там, видать, еще коз, бляха-муха, целая стая. Короче, угнали собаки коз в болото. Ну вот уже так нормально их нету. Уже я не слышу, наверное, они не работают. Где-то возвращаются. Ну, надеюсь, сейчас вернутся вдвоем сразу, чтобы мне их не ждать долго. Дальше ехать охотиться. Конечно, ну, я сам сразу на подходе сказал, что тут могут быть козы. Ну, конечно, столько коз тут, блин, прям дофига. В тот момент, когда Чива поднял, он возле меня был, тусовался Пыжик. Она только начала работать, и он сразу пошел тоже в ее сторону и тоже заработал. Они вдвоем заработали. Так, вот одна собака пришла, это Чива. Молодец, молодец. Где сына потеряла? Сейчас будем ждать. Будем ждать. Пыжик, 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 Пыжик! За машиной пойду, схожу за машиной сюда, подъеду наверх. Буду здесь ждать его. Зайца след. Это чивин след. Это чивин след. А где пыжа след? Тут уже хрен разберешь. Поищи, поищи. Давай, 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 давай. Блин, заяц. Как я его не увидел? Блин. Так, он сейчас туда будет выскакивать. На поле лежал, блях. Вперед, ищи! Ищи! Бляха, заскочил сюда. Давай, вперед! Вот, стала на след. Так, Чива. Пока ждали собаку, то просохатили зайца. Подняли, короче. Еще тогда, когда шел по полю, приметил этот куст. И уже подхожу к этому кусту, ну, Чива уже в него начала хвостом крутить. Я смотрю, раз, зайчьи следы. И уже краем глаза цепляю, смотрю, и он запрыгивает, короче, вот в эти корчи. Вот в эту лозу. Не лежал на лозе, ну, в лозе, в кустах, а лежал на чистом поле. Что очень, в принципе, странно для такой погоды. Ну и очень далеко поднялся, что тоже странно для такой погоды. Ну, ветер как бы дул от нас на него, поэтому, скорее всего, он так и поднялся. Как бы зайца подняли, уже хорошо, но собаки уже очень долго нету. Уже, наверное, прошло часа полтора-два. Я уже и свистел, и кричал, и что только не делал, и стрелял. Но собака не приходит. Короче, уже объехал. С той стороны болота в деревню заехал, там покричал. Нифига. Сейчас Чиву оставил в машине, в багажнике. Сейчас пойду по следам, попробую посмотреть, куда он пошел вообще. Мало ли, он там может где, бляха-муха, в нору какую залез или что. Пыш! Ай, молодец, молодец. Давай, иди сюда. Молодец, молодец. Пыжик, 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 пыжик. Бляха, вернулся наконец-то. Не прошло и года. 3 часа не было собаки. С боевым крещением тебя. Иди сюда. Иди, дай посмотрю, что ты не грязный. Не в норе был хоть. Не, вернулся, да? Вернулся, молодец, молодец, такой собакин, молодец, такой собакин.
Пошли. Молодец, Пыжик. Конечно, пол охоты коту под хвост. Ну ничего, главное, что собака вернулась, как бы. Главное, что я ее не где-то поехал и забрал, а то, что она вернулась туда, откуда она пришла. Я забрал ее в том месте, где она, грубо говоря, ушла от меня. Ну, либо где с машины выходила. Потому что если научишь собаку, что ты ее где-то забираешь все время с деревень каких, особенно гончаков. Гончаков, лаек. Она будет все время в деревню какую-нибудь вбиваться. И так все время будешь ее ездить и искать. Сейчас, конечно, современные технологии проще. Можно трекер купить, можно навигатор купить гарминовский. Но он, конечно, кучу денег стоит. Но на экстерьера особо не повесишь эту приблуду, потому что он может в нору залезть. И там он ему очень сильно будет мешать, этот трекер. О, пошел уже искать, шерудить. Что-то ж, бляха-муха, он там сидел в этом болоте. Гонял этих, наверное, коз. Короче, блин, ребята, сегодня у меня вся охота наперекосяк. Не включил я камеру. Вот Лёшка. Короче, следов нигде нету. Со второго выстрела взял я зайца. Сначала здесь стрельнул, потом он шмырганул туда. Вот он, заяц. Блин, как я так, а? Фу! Все, разошлись. Вот зайчик. Так, небольшой. Нельзя, я сказал. Не крупный такой среднячок. Среднячочек. Со второго выстрела с троечки я уже практически прошел и чуть вернулся. Блин, как я не включил камеру-то, а? Вышел с машины, еще тут рассказываю, что ходил здесь уже в этом году и не включил камеру. Ну и не на краю как бы лежал поле, а так в глубине. Этот близко поднялся, буквально 2 метра. Ну а тот, скорее всего, первого, которого мы подняли, когда ждали Пыжика, скорее всего, он просто стрелянный уже где-то. Либо гоняли его, либо что, что он так далеко поднялся. Сегодняшний свет, чайте, кто-то ходил, охотился, а я зайца тут поднял. Но он немножко не дошел, он тут болото куда-то туда пошел. Вот он здесь свернул, а я буквально там недалеко зайчика поднял. Странно, почему-то этот заяц пошел по ветру. Не, ну он как бы сначала вот так пошел, ветер боковой. Потом после первого выстрела по ветру. Ну первым я смазал. Ищи. Вперед! Бляха, где вот он поднялся, а? О! Ай, далековато уже был, блин! Не вижу. Вперед, 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 вперед! Где-то на краю, короче, лежал. Но я не услышал, как он поднялся. С первого, может, и зацепил. А второй, конечно, уже далеко. Блин, вот это да! Чуть бы раньше я его заметил, на секунду. Был бы уже совсем другой выстрел. Еще как-то вложился так плохо. Блин, я ж в прошлый раз по этой траве, в принципе, ходил. Ни одного зайца не поднял. А сегодня аж два.
поднял. Ну, одного хоть добыл. Ну, резво он убегал. Это собак не слышу. Че, готов, что ли? Словили? Фига себе! Есть, походу! Ого! Вот это да! Вот это да! Я мне показал, что я его зацепил с первого, так я есть. Нельзя! 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 Чего? Бляха, нельзя! Блин, тоже небольшой. Это что такое? Блин, отожрала пол жопы. Собака. Вот коза. Я тебе дам добычу есть. Сволочь. Вот такие, короче, дела. Ребята, два зайца лежали буквально рядом, но два небольшие. Я говорю, показалось. Блин, ну отъела мясо. Нормально. Все, скотина, а? Пыжик, молодец. Пыжик, ты не ел, я видел. Это, бляха, засранка. Первый раз такое, а? Я в шоке и от этого зайца, и от чивы, если честно. Ну, как бы, если бы не чива, ну, если бы не собаки, то... Скорее всего, этого зайца бы вообще бы не было, бы не нашли. Но он очень резво убегал. Ну вот я по мне показалось, что с первого я зацепил. Бляха, отъела, о, самое мясо на. Не, ну как бы не сильно много, но нормально. Высоковато идет. Высоковато, блин. Не хочется троечку зря тратить. Уже пару патронов, только троечки осталось. О, сюда и шел товарищ этот, который тут охотился. Значит, мы пойдем по тому краю тогда, раз он тут шел. Он там тоже ходил, я два зайца поднял. В одном месте, считай. Вот 100 метров друг от друга. Что ты, Пыжик, сегодня получше бегай. Молодец. Давай. Ты молодец сегодня. О, куры. Это куры были. Куропаток подняла. Все. Я думал, это заяц тут может лежать. Да она... Да не по курам тут работали. Ну ладно тогда. Ого, сороки, бля. Блин, вообще метель пошла. Давайте, залазьте. Молодцы. Так, ну вот такая вот охота сегодня получилась. Немножко смешанные чувства. Такая сумбурная. Не получилось снять первого зайца, он красиво с под ног выскочил. Пыж пол охоты. Где-то шлялся. Как бы это можно было вот это время посвятить охоте, а я искал собаку. Ну и в конце, грубо говоря, охота состоялась час. Я вот походил тут, ну, может, чуть больше. Сейчас 3:30, я сюда приехал где-то в 2. Лежали зайцы где-то 200 метров друг от друга примерно в одном куске травы большом. Я уже в этом куске травы ходил в этом году, но не подымал. И тут заяц следа не показал в этой местности, куда я потом приехал. Там, где возле деревни я вот когда Пыжика объезжал, искал, то заяц след показал, а здесь не было. Ну,
по крайней мере, в лесу было бы где-то видно, на пахоте могло бы быть видно. Нигде не было следа, и видно, что он лежал эту ночь мертвым. Но сейчас, я думаю, он подымется этой ночью. Сейчас пошла такая метель, я поэтому и, короче, в машину спрятался. Все, едем как бы домой, хорош. В принципе, охота состоялась отлично. Два зайца, как бы, одного чего немного подъело, но ничего страшного. Видео выложу в понедельник перед Новым годом, так что всех с наступающим. Лосей, зайцев, уток, кабанов, косуль. Чтобы вам охота приносила удовольствие. Охота, рыбалка, природа. Моим подписчикам по-любому на охоте плюс 10 к удаче. Так что оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях уже в следующем году.